И в завершении выпуска новости спорта. В окружной столице продолжаются соревнования первой лиги по мини-футболу среди любителей. На участие в турнире заявились 7 команд. Возраст участников от 15 и старше. Елена Ванцева расскажет подробнее. С первых минут игры начались молниеносные атаки по воротам «Легиона». Вратарь приложил максимум усилий, но уже к концу первого периода счет был 6-2 в пользу «Медведей». Во втором периоде «Легион» стал чаще атаковать по воротам противника. Впрочем, силы оказались неравны. «Медведи» пропустили еще 4 мяча, однако на качестве и количестве их атак это не сказалось. Итог, счет 12-5. «Медведи» побеждают в этой игре. Мы выложились, мне кажется, на все 100%, но что-то недоработали и не смогли выиграть. Они старше нас на 5-6 лет, и мы сражались как могли. Игра действительно была зрелищной. Ребята выкладывались на все 100%. Игроки команды «Медведи» по достоинству оценили техничность команды соперников. Все команды хорошо играли. Ну, нам немного повезло. Ну, у нас хамала там немного защита. Ну, они там переживали. Для «Медведей» и «Легиона» это была первая встреча в турнире. Впереди второй круг игр, а значит, уже в феврале «Легион» может отыграть свой матч-реванш. Елена Ванцева, Леонид Шишелов, телеканал «Север».